Всем привет! Решил заморочиться и сделать оригинальный станок из двигателя от старой советской стиральной машины. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. Переходник на вал двигателя заказал у токаря.
Для наглядности обработал две стороны бруска, чтобы можно было видеть с двух сторон, где отшлифовалось, а с двух сторон не отшлифованное. Разница, естественно, налицо. Вот такой, друзья, получился простой шлифовальный станок. Я назову его шарманка. Похож на шарманку, не правда ли? Максимально доску можно пропускать. Сейчас замерим, какую. Все, до упора. 80-ю. Ну, а если по высоте брать, 160-ю. Где-то вот так вот. В принципе, довольно нормальный вариант для быстрой шлифовки брусков, досок. Успеваю подавать, и он будет сам их протягивать, а с той стороны, естественно, их нужно уже принимать будет. Нагреваем металл до красна, а затем даем остыть очень медленно. И тогда его можно будет просверлить. Thank you.
Вот такой мини-лобзик у меня сегодня получился из машинки для стрижки волос. Классно делать им всякие разные вырезы в пеноплексе, в нетолстой резине. Можно вырезать прокладки, например, вот как в этом видео. Также можно из тонкой фанеры что-то вырезать, тоже для каких-то поделок ребенку в школу, либо для своих каких-то самодельных устройств. Всем спасибо за просмотр. Желаю всем добра, удачи и успехов. Берегите себя. Пока-пока.